Преимущество электронного рецепта состоит в том, что в электронном виде мы можем выписывать препараты по следующим программам. Это программа «Доступник ИКЭ» 1303, где мы выписываем конкретно препараты по определенным заболеваниям и определенным группам населения. И это обычные препараты. Преимущество для меня в этой конкретной системе выписки рецепта в том, что нет бумажной волокиты. Мы не занимаем время пациента выпиской рецепта, разбором почерка врача. В аптеке быстрее может фармацевт отпустить препарат. То есть оставшееся время можно уделить пациенту. Я еще хотела, что рецепт, если мы разобрались.